А вот и стройка наша на втором этаже. Бани. Ложим избу. Минвата базальтовая. Лайт. Тридцаточка плотность. На перекрытие больше не надо. На стены будет 50-я. Пароизоляция. И потом сверху будет гидроизоляция. Тут будет аж 20 сантиметров минваты. И вон доска лежит черновая. Все антисептиком обработанное. Вот такая схема. Потом еще будут стены, крыша. Все будет утепляться. Все пока в процессе. Окна пока пленкой зашьем. Пока у нас господа обсадники приедут. В июле где-то будут делать. И там окна вставим. Ну, так вот. Это все антисептик наш. Видите, как потемнел здесь. Такая красота у нас получается. Так, да, и сюда вон запас тоже. Ну и сверху еще пленочка. 200 миллиметров перекрытие, утепление. Так, давай на себя по чуть-чуть. Получается. И сейчас еще пленкой. Ну вот так хотя бы, да. Ну-ка, давай там прихвати. Процесс идет. Сейчас вот эту пачку переложить и дальше продолжим. За спиной у нас минваты сколько. Все, погнали. За 5 трудовых часов больше половины закрыли. Остался пятачок небольшой. Где-то 5 на 5. Теперь в следующий раз. Там пленка пока временно закрылась, в случае дождь. Вот такая красота. 200 миллиметров, 30-я плотность. Как раз для шумоизоляции. И доска 40-я, черновая. Потом фанера сверху. Ну, достался кусочек. Получается 5. 5 на 5, да. 5 на 5. Еще сколько минваты. Еще потолки подшивать, стены утеплять. Тут работа еще на втором этаже. Потом на первой. День второй. Данилович, пошли, надо придержать там. День второй. Как в том фильме-то? В Львов и Голуби. Часть вторая. Часть вторая. Так, заходите, да. Пол на втором этаже. Утепление. А на улице у нас уже четвертая неделя жары. Фух. Как в Арабских Эмиратах. Больше 40 градусов. А здесь прохладненько. Свежо. Красота. 20 сантиметров минваты. Избы. Лайт 30. Видите, да.